Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом омолаживающей маски с уникальными регенерирующими, увлажняющими и иммуномодулирующими свойствами. Эта маска ускоряет обменные процессы в клетках кожи и за счет чего и запускаются процессы обновления и восстановления нашей кожи. Также эта маска активирует выработку коллагена, поэтому повышается упругость и эластичность кожи. А витамины, кислоты и антиоксиданты, которыми богата эта маска, благотворно влияют на здоровье и общее состояние нашей кожи. А еще эта маска обладает отбеливающими и тонизирующими свойствами. И для приготовления омолаживающей маски нужно взять 2 чайные ложки дрожжей, причем подойдут как сухие, так и живые дрожжи. Далее добавляем 1 чайную ложку лимонного сока. Следующий компонент – это 1 столовая ложка геля алоэ. А гель алоэ вы можете заменить соком алоэ. И последний ингредиент нашей омолаживающей маски – это витамин Е. И его понадобится добавить в маску не более 3 капель. Все тщательно перемешиваем, чтобы получилась вот такая вот однородная кремообразная консистенция без комочков. И потом наносим эту маску на очищенное лицо на 20 минут. Потом смываем ее прохладной водой и на чуть влажную кожу наносим 1 каплю витамина Е. А потом используем любой крем, который подходит вашему типу кожи. И делать такую маску необходимо 1 раз в неделю курсом из 10 процедур. А перед первым применением маски обязательно нужно сделать тест на аллергическую реакцию.